здравствуйте, друзья! Вот на этот фестиваль наша команда приехала с женами. Ну просто они перестали верить ребятам, что те уезжают на весь январь. А потом на сцене стоят, 3 минуты молчат. Дима, а познакомь меня с Александром Васильевичем. Он бы, конечно, познакомил. Но для начала ему нужно самому познакомиться. Кстати, в семье Димы и Светы скоро будет пополнение. Из тюрьмы выходит Светин старший брат, в квартире которого они живут. Как видите, Денис все повторяет за Колей. Началось все с телефона, потом машина. Вот единственное, что ему не удалось повторить, так это жениться на близняшках. Вот это Сережа. Его жена не смогла приехать. Вместо нее приехал муж от первого брака. Честно говоря, не знаю, как они дальше там жить будут, если она своему бывшему мужу доверяет больше, чем Сереже. Ну вот у меня жены пока нет, я еще не нагулялся. Мне так и диетолог мой говорит, мол, побольше бы тебе гулять, Герман. Вы, наверное, спросите, а как у таких людей вообще могли появиться жены? Ну это ж КВН. Слава богу, здесь можно врать. Кстати, а где этот человек, из-за которого с нами другие команды на фестивале дружат? Аня, где? Ну вот это наша Аня. По ее внешнему виду понятно, что для нее Красная Поляна — это, конечно, хоть и горнолыжный, но в первую очередь курорт. Ну, кстати, в этом году юбилей не только у КВН, а? Аня вот 30-ка шарахнет. Герман, что ты врешь? Мне не 30. Ань, ну ради шутки можно ж годочек скинуть? У Ани, кстати, большие претензии к Первому каналу. Она ж тоже долгое время дружила с одним козлом Тимуром. Но почему-то эту историю по новостям не показали. Ну и в конце несколько слов о предстоящем сезоне. О каком еще сезоне? Пусть мама услышит, пусть мама придет. Мама, ты что опять на сцену вышла, еще и в шубе? А что я ее за кулисами оставлю? 7000 безработных со всей России съехались. Так, все, больше никакого КВНа. Собирайся, поехали домой. Мы будем играть в КВН, пока не выиграем. Прекрати угрожать Александру Васильевичу! Кстати, Александр Васильевич, мы с моей подругой поспорили, что Герман в финале займет первое место. И я проспорила. Так вот, Александр Васильевич, знаете, мне спорить больше не на что. Друзья, мы выяснили, что в КВН есть одно негласное правило. Сильная команда, которая не смогла стать чемпионом, пропускает сезон, через год возвращается и выигрывает его. В общем, мы решили воспользоваться этим правилом. Пока эта сильная команда пропускает сезон, мы идем в этот и выигрываем его. Сборная города Мурманска. Надеемся, места еще остались. Я что-то сбился со статистики, но, по-моему, места действительно еще остались. Голосуем. Но вы выступили слабо, ребят. Я нажал просто из-за того, что вас очень многие любят. И я в том числе. Надо лучше готовиться. Герману надо двигаться. Если он не попадет в высшую лигу, то у него начнется депрессия, он начнет еще меньше двигаться. Поэтому его, конечно, надо взять. Такая могла быть подоплека моего решения. Но я пока воздержусь, друзья. Из уважения к мифической маме. Мурманск, вы опять в вышке. Спасибо.